Минувший год в Иванове прошел под девизом «Город спорта, город молодежи». Спортивные итоги 2012-го подвели в четверг в ЦКЮ. Триумфом завершилось участие баскетболисток ИГХТУ во Всероссийском чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола. Текстильщик отметил свое 75-летие и удачно начал новый футбольный сезон. Баскетболистки из «Энергии» удержались в премьер-лиге, обзавелись новым тренером и готовы к новым победам. В общем, спорт в городе за год сделал большой шаг вперед. Людей, причастных к успеху Ивановского края, тренеров и спортсменов наградили за усердный труд. Но и почивать на лаврах пока рано. Мы теперь не можем отойти уже от этой волны спортивной, поэтому, конечно, мы, безусловно, будем этим заниматься, потому что впереди у нас Олимпиады 2014 года. У нас и кандидаты есть на Олимпиаду в Сочи. Поэтому я думаю, что мы эту работу, безусловно, будем продолжать в таком же напряженном режиме.